В обозримом будущем масштабные работы закипят и на улице 40 лет Победы. Но в данном случае речь не о дорогах, а о застройке пустыря напротив 52-го комплекса. Сообщается, что к концу 2018 года на этой территории появится Дом правосудия. Для его строительства из бюджета страны выделяется почти 300 миллионов рублей. Четырехэтажное здание разместится через дорогу от гендирекции КАМАЗа. В нем смогут принимать порядка 1500 посетителей в день, а работать будут более сотни сотрудников суда. Напомню, что в этом районе сейчас имеется лишь здание Прикамского управления Министерства экологии. Однако по соседству с ним, на той же стороне улицы 40 лет Победы, в скором будущем должен появиться еще и небольшой спортцентр, скрытый ледовой площадкой. Начало строительства этого объекта запланировано на следующий год.